Всем привет, ребят! Ну что, сегодня у нас будет очередной, думаю, интересный видосик для многих. Мы сегодня поговорим про чары. Вы просили, я вам обещал давно записать такие видосы по поводу чар, на кого что ставить. По талантикам я вам записываю периодически, по героям. Я вам тоже буду записывать, рассказывать, показывать, что, как, куда. Так. По чарам. Ну, давайте начнем с одного такого очень интересной чары. Это у нас будет доспех. Вот давайте так зайдем. Вот. Огненный доспех, скажем так. Аура его называли. Что он дает? Он дает, во-первых, жизнь, что для очень многих, даже для большинства героев, очень круто. Также он дополнительно дает у вас 100% атаки в секунду героям, которые находятся вокруг. Сейчас я вам покажу, как он выглядит в действии. Кто не знает, чтобы вы просто понимали, возможно, новички смотрят. Вот у меня есть Феникс. На нем тоже хорошо это, и расскажу сейчас даже почему для Феникса. Вот смотрите, если вы видите, Феникс не бьет забор, а вот именно доспех сам, то есть скиллом он не бьет забор, а вот доспех сносит. Многие используют его для того, чтобы слить забор на битве гильдии, чтобы туда забежал тот же самый Атлант. Сейчас попробуем. Вот опять же такая раста. Смотрите, у меня есть Одер. Вот он, видите, как ломает. У него много атаки, он ломает заборчик своим доспехом. То есть, если раньше там герои бегали, сейчас с доспехом это не проблема. Любой герой с доспехом будет ломать у вас максимальный забор. Смотрите, что он делает. Это жесть. Сейчас Фрей его укрутит. Вот, то есть это одно из применений. На PvP локациях я его использую на многих героев для PvP, особенно для тех, у кого большой урон, кому надо добавить жизни. Это танки, в основном я его ставлю на танков, которых я там вкачиваю в деф, плюс у меня там дополнительный урон получается от доспеха. И в PvP локациях, там где герои стоят, начинают прибегать кучно, я всегда ставлю, скажем так, его на ближников, ну, на героев ближнего боя выгодно ставить, потому что они врываются в толпу, и, соответственно, они начинают больше героев задевать. Минуса этой чары: она убивается, ваш герой будет убиваться об любую отражалку. То есть герой, у которого стоит доспех, при попадании на отражалку будет получать урон. Вот так вот. Но когда-то я его даже использовал на архидемоне, тоже неплохо заходит. В общем, вот так вот. По героям, давайте покажу сейчас вот так вот вам героев, расскажу, почему я на таких героев именно поставил доспех. Можно, и расскажу, на кого можно ставить еще. Можно ставить на Атланта, но я поставил такую чару для прохождения кошмарок, для прохождения древних, то есть он снимает негативный эффект. Для него тоже неплохо, ломает забор, зацепляется, включается об забор, автопрокеры сливаются. Можно поставить гарпии для увеличения, ну не стоит, я вам сейчас буду так показывать. Для Лидили его тоже у меня стоял, но я потом поменял на урон. Командория, ну командора собрана у меня на урон, нету смысла ей ставить этот доспех, лучше ей добавить атаки. Так, на Гаргула заходит тоже неплохо, все-таки Гаргул танк, и часто бывает к нему подбегают, очень спасает во многих ситуациях, но у меня он прокачан под другие локации. Так, еще кто? Дрейк, то же самое, очень прикольно, он ближнего боя подбегает, зарывается в толпу, как вариант, можно ему ставить, особенно на PvP локации, очень круто смотрится. Ары тоже, тоже был, и, по-моему, на русском сервере есть для увеличения жизни. Так, череп. Вот, сейчас я вот опять же, у нас появился смотритель оракула, испытание смотрителя оракула, и там вот доспех именно заходит, когда герой
бьет, он дополнительно наносит еще этим, ну, порядка так 60, то есть максималки. Тоже очень круто заходит, надо будет пятерку сюда поставить, малышу Нику, ну, смысла нет. Также вальки можно ставить, если вы используете напов по локациях. Как вы знаете, ее очень часто сливают, на русском сервере у меня так на ней и стоит. Тоже доспех. Для Тесса то же самое, что и для черепа. Если процентуально включается, кто хочет посмотреть и поищите видосик с черепом, с доспехом, что он делает, когда у него включен скилл, то же самое у Тессы. А ну, сердцеедки смысла нет. Для Анубиса тоже подходит. У меня это прокачка для максимального урона. Такое же по значению будет и доспех здесь. То есть они где-то плюс-минус равносильны. Увеличение жизни. И, как вы знаете, он ближнего боя зарывается в толпу. И мало не покажется, если будет еще атакующий. Ронин для того, чтобы ломать заборы, забегать в расту. То есть тоже отлично подходит. Хотя в некоторых случаях лучше все-таки поставить хранителя. Так, стрелок. Аналогично, либо прокачка под архидемона такая, либо доспех. Одер то же самое. Некрос тоже ему подходит. Можно ставить, менять, даже не задумываться. Увеличение жизни. Рину аналогично, очень круто смотрится. Ворожей однозначно, да, увеличение жизни ему надо против Фреи, чтобы не так быстро дерево. То же самое, что и ворожей, очень часто сливают. И нужно для хранителя, в принципе... Вот можно ставить его любому летающему, если он будет у вас где-то на битве гильдии участвовать, чтобы слить забор на PvP локациях. Я вам скажу так, на дальниках он будет чисто у вас давать хп, потому что если будет дальник против дальника, толку от этого доспеха не будет. А вот если ближнего боя герой танк у вас, вы его используете, ему, конечно же, лучше поставить в первую очередь, потому что помимо того, что добавится жизнь, добавится еще урон от доспеха. То есть он в первую очередь ставится на героев ближнего боя, которые будут забегать в толпу. Дальники этого делать не будут, он будут бить издалека, и против дальников, соответственно, это не будет заходить. Для Фрэнки тоже очень круто, можно сделать на урон, можно сделать так. Я добавил ему жизни. Можно делать на Бигфута, я сделаю, поменяю, потом выпало вот победный, поставил, чтобы было больше урона. Для Финки, ну, смысла нет, лучше ее на атаку. Для Фрей, кстати, очень неплохо заходит, либо плюс 25 атаки, либо вот так вот пиромах на архидемона, либо доспех, тоже очень круто смотрится на ней, плюс жизнь, как вы знаете, для нее это очень важно. Так. Мы пошли в обратную сторону. Для Ардики тоже я использовал, но на архидемоне оно не особо актуально, но раньше когда-то использовал. Ну, на Варлока лучше плюс урон. Так, кто у нас тут еще? Дед, то же самое, многие использовали раньше его, чтобы разбивать забор. В принципе, тоже очень прикольная вещь получалась. Так, ну тут уже такие у меня герои пошли, которыми я не особо так пользуюсь. Ну, тут смысла на этих нету ставить, на Купидона тоже снова нет. Так, Атлант, смерть нет. Тут уже пошли такие герои. Можно на паладина поставить, потрешивать, как вариант. Так, ну давайте отсюда. Вот, еще один вариант, это Розалинда. Она, как бы, тоже хороший танк. И ей нужна жизнь. Ну, и, как бы, ей нужен урон, хотя она наносит урон процентуально. И смысла, как бы, особо в таком уроне, как у меня. Но тут плюс отражалка есть. Ну, как бы, тут вариант либо то. Я, конечно, поставлю ей доспех, когда вытащу, будет лишний. Plant Warrior... Тоже поставил ему доспех для увеличения жизни, так как он хиленький. Ну, Лазуля это однозначно, я вам его показал изначально. То есть для него подходит
Доспех. Бугимену тоже можно ставить, но тут лучше на атаку. Рогатка тоже очень круто смотрится именно с этим. На атаку собирать я бы не рекомендовал. Вот именно для рогатки заходит так. Можно пробовать даже на Махатму, но тут плюс увеличение атаки на Асурика. Тоже круто заходит. Можно ставить Огник, если не используете его там против Архи. Тоже можно ставить. ПБшка однозначно, да. Увеличение жизни, Седна то же самое, очень круто смотрится это все вместе. Ну и все, вроде пошли мы уже дальше всех смотрели. Вот, в общем, вот такие вот, ребята, чары. Пишите, какие вы хотите чары следующими видеть, рассказать. Пишите, что, возможно, вам больше рассказать, возможно, вам потестировать надо, показать. То есть, если вам это интересно, пишите в комментах. И будем дальше уже делать обзорчик на другие чары, рассказывать, показывать. Хотите практика, буду показывать на практике по возможности. Ну, то есть постараюсь вам больше так сделать обзорчик, чтобы вы понимали, что, куда и к чему. Все. Всем удачи, всем пока.